А ногти тогда зачем стригут? Ну, это инструмент. Если бы на природе мы бы жили, то они очень здорово спасают на природе. Без когтей на природе не выжить. Ногти, они хоть две единицы твердости, вот так. А вот так они тверже стали будут. Вот кромки. Вот если их не обрезать, то вот это очень твердое получается. То есть вот я, например, скалолазанием занимался, и я точно знаю, что в экстремальной ситуации, вот если вот трещинка есть маленькая, чтобы когти туда воткнуть, ты на этом удержишься и пройдешь по скале, на когтях. У меня были случаи, я просто втыкал в камни, но там как бы вода текла, и там как бы образовался налет известняка. Я такой более-менее мягкий был. Хоть это доломитовые известняки твердые, но какой-то там налет был. Так вот, я когда там прошел, мне альпинисты говорят, тут пройти невозможно. А я без страховки, без ничего там прошел. Просто вот на когтях вот так вот и проходил. То есть без когтей никак. Ты не сможешь ни покопать, ничего не... Да сельская жизнь на природе без когтей невозможно. То есть это, я не знаю, это инструмент, который природа. Природа ничего лишнего не дает. Алексей Васильевич, я вот замечал даже там машины и мотеч, ну, несколько, ну, много даже, не неделю там, ну, получается от ног до конца, а они эту пряжу как будто присоединяют и уплотняют. Вот. Когти вы это имеете в виду или просто лично ноги? Сама вот эта роговая оболочка твердая становится, а грязь такой твердой никак не станет. Ну, такой эффект я замечал, что-то происходит с ним при таком использовании. Ну, они просто огрубевают быстрее, засыхают быстрее. Но лучше, конечно, грязь под ногтями не иметь. И они точно так же засохнут, и такие же твердые будут. То есть они все-таки длиннее, чем принято. Ты знаешь, они у тебя длиннее, если ты будешь трудиться, то они у тебя длинные не вырастут. Сами обламываются. Вот именно. Они сами стачиваются, обламываться будут, естественно. Природа лишнее не дает. Вот ты волосы стригешь, они растут. Перестаешь стричь, они перестают расти. Достигают того уровня, который тебе необходим как инструменту, и перестают расти. То же самое борода, усы. Ну, какого нужно размера, такой вырастает. Точно так же и когти. Какого нужно, такой вырастает. По мере надобности. Природа лишнего ничего не дает.